10-й московский фестиваль славянской культуры шел на 5 концертных площадках Череповца. Конкурсная программа в нашем городе длилась всего один день. В составе жюри музыканты и хореографы из Москвы, Белоруссии и Сербии. Судить им было очень непросто. Уровень участников был одинаково высоким. Я выступал в группе «Духовые ударные инструменты». Я играл соловья Алябьева и хору стаккато, Динику, венгерский танец. На самом деле я не очень хорошо выступил, то есть я мог бы и лучше, но шансы все равно есть. Самому младшему музыканту фестиваля 5, самому старшему 21 год. Всего из регионов России, Чехии, Белоруссии, Сербии и Украины приехали около 1500 участников. Больше 40 студентов ЧГУ работали волонтерами, чтобы помочь гостям в незнакомом для них городе. Для проведения такого крупного мероприятия в Череповце свои силы объединили Славянский фонд России, Департамент культуры Москвы, Череповецкое училище искусств имени Верещагина, мэрия Череповца и многие другие. Организаторы фестивалем остались довольны и хотят через год повторить удачный опыт. Музыкальный, хореографический, хоровой уровень, в общем-то, достаточно серьезный был. И здесь на халяву победить невозможно было. Имена победителей до последнего держались в секрете, озвучили их только во время церемонии награждения. Я всегда первой занимала места, но все равно я понял, что это сильный конкурс и что я молодец, что я занял второе место. В Череповце определили лучших в 5 номинациях – хореографическое искусство, хоровое исполнительство, народные и духовые инструменты, а также фортепиано. Но это еще не конец. Фестиваль славянской музыки – событие международного масштаба. Сегодня закрытие такого же фестиваля идет в городе Астане в Казахстане. И буквально совсем немного времени назад мне пришла телефонограмма такая, что лауреатом первой премии там стала девочка-вокалистка из Японии. Подобные фестивали будут идти в других городах еще 3 недели. Завершится фестиваль в Москве 18 мая. Там будут названы лучшие из лучших более чем в 10 номинациях, среди которых эстрадная песня и электронные инструменты.